7 августа мужчина должен был подняться с лагеря Старый Уруштен к метеостанции Джуга и сообщить об этом в заповедник. Но до вечера на связь так и не вышел. Сегодня в 6 утра с базы спасотряда вылетел вертолет со спасателями и медиком на борту. Мужчина был найден через пару часов. 61-летний сотрудник заповедника получил травму ноги. 2 дня назад порезал ее и не мог передвигаться, потерял много крови. На месте происшествия медик МЧС оказал мужчине необходимую помощь. Позже он был передан сотрудникам скорой помощи.